Мур, привет, друг, это Зверько. Тут один подписчик подкинул мне APK-файл с нашей игрой на движке Unity. И я поделюсь с тобой этими файлами. Но давай посмотрим, что это дает. Замечены некоторые спецэффекты, которые не столь явно отображаются в оригинальной версии. Устройство выдает более стабильный FPS, что уменьшает фризы и зависания, которые некоторые путают с пингом. Также более быстрый вход в игру, более быстрая загрузка боя. Если вас выкинуло, то входит гораздо быстрее в уже начавшийся бой, чем в оригинальной версии. Клавиатура теперь не будет разворачиваться во весь экран. У меня занимает она где-то чуть больше половины. Но есть и минусы. Это графические артефакты эффектов. Но правда их полно и на основе. Очень долгая загрузка дополнительных файлов. Это заполняющийся шарик в общем меню справа снизу. Если он не загружен полностью, вместо героев у тебя могут быть шары и не отображаться спецэффекты навыков. Кроме того, кажется, многие не могут покупать алмазы на этом движке. Есть неофициальное заявление разработчиков. Они банить не собираются, но и поддерживать развитие тоже. Хотя мне кажется это странным, перенести на другой движок игру и забить. Сразу говорю, устанавливаешь на свой страх и риск. Итак, как установить? Обязательно привяжи аккаунт, вдруг что-нибудь сбойнет. Тут главное акк не потерять. После чего загрузи 64-битную версию. Она заменит собой саму игру. Если не заработала, попробуй 32-битную версию. После того, как зайдешь в игру, дождись загрузки файлов и можешь наслаждаться игрой. Если не получилось, не расстраивайся. Я надеюсь, они продолжат адаптировать игру. Установочники, конечно, у меня в описании. На этом все. Если видео понравилось, подпишись, конечно, покажи его друзьям и поставь лапку. Удачи, друг!